Ну что, друзья мои, когда мы учились в этом институте, этой скульптурной композиции не было. Вот. Побывал в новом корпусе. Удивительное ощущение, конечно. Это все как из пластика и из стекла. Ну, в общем, как современное кино. Вот, да. Ну что же. А люди все те же. Студенты все те же. Так что, ребят, привет, и давайте с годовщинкой как-нибудь пересечемся, встретимся, соберемся, посидим. Счастливо!